Проект бюджета Кубани 2018-2020 годов отправили на рассмотрение в ЗАГС Собрания. 20 ноября обсуждать его на публичных слушаниях будут уже жители. Главная статья расходов, конечно, социальная сфера. В следующем году на нее пойдет почти 72% всех денег. Повышение зарплаты, согласно майским указам президента, стоит ожидать медикам, работникам сферы образования, культуры и социального обслуживания. Кроме того, с нового года начнут проводить индексацию оплаты труда бюджетникам, которые не попадают под действие указов. В том числе это касается также социальных пособий и стипендий. Сохранят финансирование и всех компенсаций и субсидий для поддержки материнства, многодетных семей и детей-сирот. В 2018 году на это планируют выделить около 15 миллиардов рублей.